Ну что, мои дорогие друзья, мне кажется, настало время прокомментировать, что же у меня с Никитой Уманским. Так вот, абсолютно ничего вы не поверите, я с ним общалась как в периметре, так и общаюсь за периметром, потому что я человек, живущий жизнью реальной, и то, что происходило в периметре, происходит у меня и за периметром. Во-вторых, Насте, Никите я всегда пыталась помочь, им давала и даю Никите советы о том, что он должен нести ответственность за свою семью и за свою женщину, которая носит его ребенка. А в-третьих, я встречалась с ним только потому, что самому Никите нужна была помощь. Так что мне кажется, вопрос закрыт. Я не хочу, чтобы вы обсуждали это в каком-то другом контексте. Вот, скажу одно, просто всегда пытаешься помочь людям, а тебя выставляет еще какой-то там непонятный женщина. Я думаю, что вопрос закрыт. Я надеюсь, что у Никиты с Настей все будет хорошо. А главное — жить. Жить. Реальной жизнью. Вот. Это самое важное.